Рекомендую, ребята, вам подписаться на канал Скорпион. Это канал, посвященный танкам онлайн. Тут вы, ребята, можете найти различные вообще видосики по танчикам. В принципе, и вы же фанат танчиков, значит, заходите, подписывайтесь. И также, ребята, перейдя на этот канал, подписавшись на него, вы можете заработать неплохие такие суммы кристаллов. Так что переходите на этот канал, заходите вот на вот это видео, второй конкурс, часть 300 подписчиков. И, в общем-то, участвуйте. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня, ребята, мы с вами записываем 5 очень интересную и очень наркоманскую рубрику, которая у нас вышла буквально вчера, ребят. Под этим видеороликом вы столько вообще лайкосов там понаставили, столько вообще много позитивных было комментариев, и столько, ребята, вы вариантов своих рубрик придумали, это вообще очень-очень тема. И я сейчас, ребята, взял один комментарий, то есть он мне понравился, там чувак написал, типа, сыграйте в рубрику «Ореховский писюн». Вот, кто, ребят, не знает, опять же, смотрит мои видосы, и где-то бывало у меня очень много таких роликов, где я еду, и просто на какую-то текстуре вот так беру, спотыкаюсь как-то, мой танчик начинает жестко переворачиваться, вот как сейчас, вот видите, вот это был ореховский писюн, вот, соответственно, вот этом ореховском писюне я подорвался, и все, какой-то из подписчиков написал, типа, сыграть такую рубрику, и вот что-то мы подобное придумали. Но перед правилами, как я расскажу эти правила, ребята, я представлю, кто со мной будет играть. Это, конечно, Леха, поздоровайся. Всем привет, друзья. Вот, с нами еще будет Хоик, поздоровайся. Всем привет, дорогие друзья. И Жека. Дорогие. Жека! Здорово! Ну что ты такое просто, я не знаю, вот просто животное, я тебе отвечаю. Смени свой никнейм. Короче, ребят, смотрите, суть заключается в чем. У нас есть голдики, да, это очень хорошо, это очень похвально. Вот, у нас также, ребята, есть правила. То есть мы сейчас должны ехать всегда, ребят, вперед. Можно не всегда вперед ехать, нужно просто всегда, ребята, ехать. Так можно переэтываться, там что-то еще сделать, короче, вот так еще вывертится. Короче, ребята, нужно всегда просто ехать, не останавливаться ни в коем случае. Вперед-назад здесь, в принципе, смысла особого нету. Вот, и ездим, ребята, минуту. Если за эту минуту у нас кто-то перевернется один, то есть ляжет в полный минус, то, соответственно, ребята, все, ореховский писюн сделал свое дело, он перевернулся, и этот чувак, соответственно, не участвует в борьбе за голды. Ну, а мы такие три правильных пацана будем участвовать за голдик, попытаемся его словить. Ну и что из этого получится, мы, в принципе, тоже выясним. И еще, ребят, такой один момент. Если мы вот катаемся ровно минуту, и за эту минуту у нас никто абсолютно не перевернулся, то спустя какая-то минута прошла, мы берем просто и можем мутузить своих соперников. Можем так вот сделать, просто чпоньк, и кто-то, может быть, минус да упадет. И, в принципе, будет довольно-таки неплохо. Вот такие, ребята, у нас правила. Так что давайте, наверное, ровно в 875 минут у нас начинаем. То есть жмем все кнопочку вперед и начинаем дико ездить. Или давайте нажимаем самую что Жене ровно в 875. Уже? Да. Мы уже начинаем. Давайте все самоуничтожение, все. Жмем самоуничтожение, сейчас как самоуничтожаемся и сразу начинаем ехать. Вот, и у нас, ребята, есть ровно одна минута. Короче, я не знаю, что из этого получится, но я вам отвечаю, вы такие там идеи вообще темовские написали, что я же охерел. Я вам серьезно говорю, я читал эти все комментарии, я просто так дико угорал, так дико ржал. Кстати, как кто у нас ляжет минус, сразу говорите, ну, либо сами там палите. Но лучше говорите, потому что, чтобы все было по чесночку, мы же все, блин, здесь на голосе, если специально как бы так замутили, чтобы все было у нас вообще просто чётенько. Так, ладно, ореховские писюны, в принципе, пока у нас не передвижает. Ох ты, падла такая! Там на яичке ореховском немножко потетывался, подскользнулся. Ой-ой-ой. У Бектанска нормальная тактика. По кругу ехает. Ай, Ховик! А, текстура. Я тебя испугался, Ховик. Я тебя просто взял и испугался, ты понимаешь об этом? Я сейчас был в минусе, ты видел? Люха! Нет. Ты видел? Ты видел? Ты встал из минуса? Да! Ну как, я стрельнул под себя, и меня рикошетом выпинуло. Кстати, уже можно, если что, фигачиться, потому что у нас минута прошла. Если что, можем, так сказать, биться друг друга и теперь переворачивать. Потому что, как и понял, так это вообще... Давайте, наверное, еще сделаем такую фишку, что будем только чисто на нитре. То есть нетрушка нужна, он ли нетрушка, он ли, так сказать, вот это будет у нас очень-очень крутая тема. Так, я нормально, я вроде пока живу. Я живу, я вот не живу, я живу, сука!
Я упал! Собаки такие. А, все? Да, давайте, получайте один золотой ящик, я его сейчас не буду трогать, соответственно, я за золотой ящик не борюсь. Да как так-то, а? Вот как можно было так просто опозориться прям на своем видосе, прям на первом самом голде? Шмишли, нормально. Вот сейчас стрелять, ребята, они просто будут брать и бороться за этот голд. Я должен как отшельник, просто как неправильный такой пацан, вот так стоять в стороне и, в принципе, наблюдать за этим. Не деремся, не? Да, как хотите, как хотите. То есть этот гол, по идее, можно взять как вашу душенькую год. Не обязательно ехать вперед. Ну, Лёха. Ну, Хованский, извини, это у нас игра такая. Просто на голд упал. Что это было? Вот это было круто. Вот это серьезно. Вот просто взял и отжал. Взял и унизил, взял и отжал. Так, ладно, давайте. На счет 3 жмемся до лет. Раз, два, три. Все, ребят, давайте опять вторую залезть. Не знаю, сколько мы так голдов продержимся, сколько голдов всего будет. Но у меня, в принципе, есть 5 голдиков. Парочку. Можно всех половить, ну, если там у нас эта тема прям очень сильно затянется. Но почему у меня рез такой говняцкий? На нитре, на нитре, на нитре все едем. А, понял. Едем все на нитре. Просто ехаем на нитре. О боже мой! Негатив, иди в сраку, засранка такая! Просто смотри, токийский дрифт. Лёха, о, Лёха, давай минус. О, Лёха, мне без тебя так плохо. Нет. Ты мне помешал. Нормально. Нормально вы там вообще сражаетесь такие. Жека, они там зацепились друг с другом. Может, пойдем и поможем? Не надо мне помогать. Да едь, газуй, он не газует, он не газует. Кто? Тихо. Да почему? Ты же один, да? Я знаю! Какого хера? Сегодня орех против тебя. Просто? Орех, я тебя настолько обожаю. Я... Так в том-то и дело, что рубрику-то не я придумал. То есть... Не, ну как бы правила все я придумал, а вот название придумал у нас один из подписчиков. Кстати, ребят, опять же, если у вас там есть какие-нибудь такие... смешные идеи названия для рубрики, то обязательно пишите, как бы, вот. Я просто, ребят, смотрю на название, то есть, вот, как я смотрел? Я просто такой, пострел на название, такой, ага. Ореховские писюны, просто вообще идеально. Но, кстати, рубрики, ребята, у нас будет называться Ореховский елдак, скорее всего, потому что это звучит более буржуйски. Потому что, ну, писюн-то как по-детски немножечко. А вот ореховский елдак, вот это вот будет просто вообще идеалити. О, опять Жека отжимает. Ага, или чё? Так, все, все жмем с уничтожения, начинаем опять. Блин, я просто охереваю. Может, вы давайте это... Все, короче, с нетрушками и... Давайте, короче, это, катайтесь все по карте. То есть по кругу не ехайте, все катаемся. Все чисто берем и катаемся. Он ли по катушке, потому что, блин, я один как лошара у нас катаюсь. Не трухи, Марь. Ходит да, не труху. Да. Не труху. Ой, ты что, офигел что ли, а? Хованский. Ты что здесь попутал нас немножечко, а? Не труху, не хавай. Ну что за животное у нас взяло и насрало там мину, а? На этом кто-то съездил, Ховик, наверное. Смотри, сейчас, если там уничтожится, то пропадет мина. Все, Ховик у нас не борется. А чё ты молчишь такое, скотину, а? А он мину тебе сказал. Да? А почему я не слышал? Твою ж ты мать. Так нужно было кричать, Жека, ты что, свои способности? Ну и в тебе-то я не сомневаюсь вообще, это просто. Блин, Хойк, это, свали отсюда. Ну чё, девчонки, давай. Я чуть минус не бросился. Это охереть просто было. Я это так просто так не оставлю. Мир, сосиски. Мир сосиски и пиписки. Не, ну блин, я хотя бы это за один голдик нас побрался, это уже очень-очень суперски и круто. Кириш, ну зачем? Ну так вот. Зачем так по скиллу, а? Так, все самоуничтожаемся. Эшкирби, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это, короче, все мои, знаешь, страдания за то, что я до этого был два раза в минусе. И, короче, у нас все пока взяли по одному голду. Так, все, все врубаем нетрушки и погнали. Просто он ли нетрушка, он ли гоним, и он ли ореховские песни ван лав. Ховик! Тихо, тихо. Просто ищем ореховские елдаки. Я не знаю, слово, наверное... А тебе попадалось хоть? Да, мне попадалось. Так ты думаешь, как я второй раз минус-то упал?
благодаря ореховскому, так сказать, достоинству. Ну, на самом деле, это просто самая топовая карта. Да-да. Но это еще и плюс, ребята, бойня ко всему, то есть бойня, это в натуре. Это такая жесткая карта. Тактика. Смотри, какая тактика. Он полминуты валяется и газует. Нихуя, так нельзя, ты что, офигел, дурочка? Ладно. Нихера себе. А, кстати, ребята, у нас еще такая фишка, что можно ехать и вперед, и назад, то есть значение, то есть любого не имеет. А то сейчас некоторые будут там говорить, что я типа правила нарушаю. Нет, ребята, я правила нарушаю. То есть нужно и вперед, и назад, то есть можно вперед и назад ездить. Вот сейчас было вообще просто идеалити. Вот сейчас была просто вообще идеальная такая схема, что я чуть взял и не уган. Ну ладно, не буду это полностью слово говорить. Кстати, где-то у нас... Слышишь, Вадим, прикинь? Чего? Прикинь, короче, я такой еду. О, у нас походу ховик. Я, короче, еду такой, врезаюсь в текстуру, и она тупо... Я газую, она меня не пускает. Я на месте, короче, стоял где-то секунды 3. С этим временем нам уже, наверное, нужно биться. Да, давайте. Ну, кстати, да. Да, давайте. Ой, это охереть было. Негатив, где твоя нетрушка? Ты что, охеревшая дура, а? В смысле? В прямом, в коромысле, ты без нетрухи ехал. Да. Все, негатив у нас проигрывает. Негатив, ты проиграл. Курва охеревшая, а? Просто все у нас нетрушками гоняют. Чего? Лагает все в жопу. Голдбек. Ща. Я же из-за того, что... Он не может нажать кнопку. А, ну понятно. Не, короче, я из-за того, что это, смотрел, что он не с нетрушкой, я еще взял и в минус. Ой, без нетрушки я еще взял и еще и в минус упал. Так. Нихера себе, вот это вот тачара просто будет вообще жесткая, конечно. Вот опять, что это такое? Ты чё, офигел, то есть? Так, негатив, ты не борешься, ты у нас стоишь в сторонке и куришь, ну ты понял, да? Лёха, тебе нужно. Мне? Да не знаю, чисто пощупать хочу. Пощупать это очень хорошо. Арикикини, аригиди, гири. Ай, да кого там прям перед голдом самым пролетел, ну серьезно, что ли? А я думал, тоже пролечу. Вот я, короче, это было просто пролечу. Вообще жесткая жесть. Так, ладно, давайте самоуничтожаемся. У нас будет в итоге, ребят, последний золотой ящик. Я, короче, не знаю, что это сейчас было. О, боже мой. Я, на самом деле, засал то, что там хоик был. Мне, короче, очень страшно стало, что я сейчас в него возьму и врублюсь. Так, все нетрушки врубаем. Кто без нетрушек будет, сразу сдавайте. Тихо. Минус. Ты иди нахер, ховик, минус. Я тебе дам минус. Блин, вот я... Орех, собака такая, орех! Уходим в минус, да, вроде? Вадим, минус. Все, минус? Да. Как ты так, сегодня везучий, я смотрю. Ты просто по боковушкам поводу катаешься, я вообще там не еду. Нет, я просто поехал немножко не в ту степь. Я увидел там очень страшные текстуры и, короче, и застал туда ездить. Ну, короче, ребята, из 3 голдов я поборолся всего за 2. Но это очень, на самом деле, топово. Это просто очень, на самом деле, топово. А у нас вообще кто-то стоял в штрафных? Мне кажется... Я не стоял. А, вот, нет. Леха не стоял. Ховик, ты тоже не стоял? Ты стоял. А, нет, я вспомнил. Да, я стоял целых 3 раза, Жека 2 раза, ой, Жека 1 раз и Ховик 1 раз. Ну, я, конечно, просто вообще самый удачливый человек. Так, ладно, смотрим на этих упырей, как они у нас забирают мой золотой ящик просто. Эчкири-мышкири-ли. Ховик хорош! Блин, это так покрасило. О боже мой, это настолько было вообще идеалити, что этим вообще все сказано. Короче, ребят, опять же, если вам понравился видеоролик, то обязательно ставьте свои лайки, также не забывайте подписываться на канал, вот, и пишите свои варианты каких-нибудь интересных рубрик, названий в комментариях по данным видеороликам. Если мне эта идея покажется очень-очень интересной и привлекательной, то мы, конечно же, ее запишем. Вот, ну а с вами был Вайдер, Биг Танкс, Жека и Ховик. Всем пока-пока. До свидания.